Всем привет, друзья! Вы на канале «Философия скейтбординга» и я, Павел Олейник, катаюсь за бренд одежды «Антипод». «Антипод» – твоя возможность быть живым. Сегодня речь пойдет о таком трюке, как фронтсайд 360. И вот моя история, как я пришел к этому трюку. Вообще, изначально я всегда делал только фронтсайд 180. Он у меня был очень так хорошо отточен, да и я его до сих пор продолжаю со многих высот и через всякие препятствия делать. Но в один такой момент мне посоветовали: «Паш, а ты возьми, сделай 180 и докрутись». Признаюсь вам честно, поначалу это было очень тяжело. Мне было очень непривычно крутиться еще обратно на еще одно вращение. Чтобы вы понимали, у меня ушел не один год, чтобы застабилить этот 360 и делать его с разных выступов, там кэпов, ступеней, на контестах показывать, видео вставлять. Сейчас уже, конечно, этот трюк отточен, и мне его удобно делать отовсюду, даже проще, чем какие-то мои другие трюки любимые. Хочу рассказать историю, как я его делал в Mad Extreme Skate Park. Это крытый скейт-парк, находится он в Москве. Естественно, к этому трюку я уже подходил в Mad Extreme Park, когда он был у меня застабилен. И сделать его у меня ушло буквально часа полтора-два. Но как я его все же делал? Это будет именно такой лайфхак, чтобы вам было проще его делать со ступеней, с вылетов, с гэпов. Когда вы делаете фронтсайд 360, вы резко докручиваетесь на 180, и как только вы докрутились, тут же вращаете тело еще на остальные градусы, чтобы вам докрутиться. Опа! И помимо этого всего, изначально давите на ведущую ногу. Щелчковая нога, она у вас и сама по принципу щелкнет. Важно, всегда давите сразу на ведущую ногу. И как только вы в полете сделали 180, сразу докручивайте остальные градусы. При этом, повторяю, давите на ведущую ногу. Таким образом, вам очень легко будет даваться этот трюк фронтсайд 360. Хлопает. Я сам пришел к этой методике спустя не одно количество дней, там даже были месяцы, разбор ошибок, пробовал разные методики, но при этом вот эта методика, когда вы давите на ногу, и как только вы на 180 закрутились и докручиваете, она самая выигрышная, поверьте мне. Именно благодаря этому я сейчас могу делать со ступеней, через всякие препятствия, вот, и получаются красивые кадры, да и самому приятно, когда у тебя в арсенале есть такой красивый трюк. Ну а вы смотрели рубрику «История одного трюка» на канале «Философия скейтбординга». И с вами был я, Павел Олейник. Так что подписывайтесь на канал «Философия скейтбординга». Также подписывайтесь на «Антипод Вэйр». «Антипод Вэйр» – твоя возможность быть живым. И следите за новостями, за новыми видео. И всем удачи, всем пока-пока.